Всем привет, друзья, с вами Артишок, и я даже придумал название для данной рубрики, это у нас будет «Быстро патч». Тут мы будем рассматривать технические изменения данного патча, скины и все остальное в других видосах. Картинки вы все видели, видосы вы все посмотрите. Нового бога мы в этом патче затрагивать не будем, хотя он и вышел, и мы все его ждали, он просто охрененный, как по мне, так как он АДК, а я люблю играть за АДК. Но его мы рассмотрим в отдельном видео. Данное видео техническое про новый патч. Начнем. Баланс предметов. Благословление воина. Защита улучшенного предмета снижена с 15 до 10. Похититель душ. Стоимость повышена. Камень фол. Новый пассивный эффект. Когда вам наносит урон в размере более 20% от вашего максимального здоровья одной магической способностью, этот урон снижается на 10%. У эффекта нет перезарядки. Плюс стоимость его снижена с 2500 голды до 2300. Итак, камень фол. Важное изменение, поэтому мы на нем немножко задержимся. Охрененный артефактище против магов, таких как Хибо и всех остальных, кто может вам охрененно дохерища урона нанести сразу же первой же обилкой. Поэтому обязательно к покупке. Далее, одеяние охотника Они. Вы получаете по 2% поглощения урона за каждого вражеского бога в радиусе 55 единиц от вас. Максимум 3 заряда. Это новый пассивный эффект. Артефакт этот в мету не войдет. Это лишь мое мнение. Больше изменений по предметам нет. Дальше посмотрим на баланс богов. Итак, Ахиллес. Наконец-то это сраную имбу пофиксили. Уменьшили урон от щита, уменьшили урон от уклонения. Это очень важно. Цифры, ну, не очень большие, конечно, с 80% до 70% распространяющийся на соседних врагов урон уменьшился. И уклонение урон снижен тоже буквально на копейки. Но мы надеемся, то, что Ахилла это сбалансит. И мы перестанем его банить наконец-то. Далее, Афродита. Перезарядка способности после попадания по союзнику теперь снижена до 1 секунды вместо 3. Поцелуй. Поцелуй раньше такими был, потом его понерфили, сделали 3 секунды, теперь снова апнули. Охренительное изменение, очень затронет Афродиту, как по мне, будет охрененно и удобно играть. Далее, Гуан Ю. Третий удар базовой атаки Гуан Ю теперь наносит урон по области. Радиус поражения последнего удара повышен с 12 до 16 единиц. Первые два удара базовой атаки остались без изменений. Мало, небольшое изменение, но все же про Гуан Ю никто не забыл. Также его пассивная способность. Заряды теперь исчезают только при выходе из боя, а не при использовании способности. Тоже охрененная способность, на соло-линии мы будем более комфортно себя чувствовать. Небольшие изменения у Кхепри, то есть солнечную вспышку, точнее увеличили ей урон и подняли длительность обездвиживания. Замечательно, замечательно. Кхепри. Вернется ли в мету? Думаю, нет. Пока что Кхепри не самый актуальный саппорт. Кузенба. Миска воды. Пассивная способность. Снижение урона за заряд повышено с 1% до 1,5%. Таким образом, максимальное снижение урона составит 15% вместо 10%. Вот это очень значимое изменение. И Кузенба может дальше у нас топать по мете. Достаточно серьезное изменение для данного бога. Я думаю, он войдет в мету после данного патча. Также отражение урона снизили на колючем панцире. Стоимость маны снижена за данную обилку. И теперь сокращает перезарядку удара Сумон на столько же, сколько способность Некапа. Крутое изменение Кузенбара. Также есть небольшой нерф Немезиды. То есть ее двойку пофиксили и уменьшили у нее урон снижен. То есть цифры снизили не намного. Да, нерф есть нерф. Не могли Хайреза не затронуть Терру. Мучают бедную богиню. То апают, то нерфят, то апают, то нерфят. Теперь монолит у нас убивается с 3 ударов, а не с 5. Ульта теперь поглощает урон с 10% до 5 снизили. А входящий урон врагов снижен с 10 до 5 также. То есть ульт пофиксили. Серьезное изменение вполне, но оно оправдано. Большое изменение у Тора. А урон миньонам от летающего обратно молота повышен с 50% до 80%. А это что значит? Тор у нас становится более гибким персонажем и может стоять на соло-линии еще более комфортно. Небольшие изменения в Аманы, но ему уменьшили только стоимость маны за обилки. Это очень и очень круто, потому что Вамана у нас охрененно был зависим от маны. Мой самый любимый АДК
на данный момент, которым я редко играю, потому что он у нас анметовый, к сожалению, но его апнули из этого патча. Я буду на нем обязательно играть. Это шибаланки. Что они сделали? Они ему поменяли ульт. Теперь заряды накапливаются за исходящий урон, а не убийство. То есть каждые 1000 урона, нанесенных шибаланки, дает один заряд. Это что значит? Это то, что у шибаланки можно, блин, теперь воровать киллы. Без потери, грубо говоря, его лейта. То есть шибаланки так или иначе выйдет в лейт. А это что значит? То, что шибаланки будут рвать и метать жопы всем в лейте. Это очень круто, я люблю шибаланку, поэтому я думаю, нам это все понравится. Также прыжок ягуара, они уменьшили ману. Стоимость маны снижена. Накропали, но все-таки снижена. Так что шибаланка берет трансценденс и после 15 минуты рвет всем жопы, вот увидите.